друзья, с вами Оксана. Снова уже закончилась неделя, наступает новая, снова планируем неделю. Это то, как стала выглядеть моя предыдущая неделя, довольно пустая, скажем так. Ну, какая получилась, такая и есть. Уже приступим к следующей. Кстати, да, хочу уже взять новогоднюю тему. Я в связи со своим декабрьским дневником уже такая вся в новогоднем настроении, поэтому решила, ну почему бы и нет, возьму, уже делаю новогоднюю неделю. Приступим. Ежедневник недели готов. Пока что заполнено мало, но в процессе будем все заполнять. Опять я эту и боковую сторону, и нижнюю так, поскольку. Нет у меня настроения на эту. Но в целом, посмотрите, довольно-таки ярко и красиво получилось. Мне очень нравится. Если вам тоже, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь, заглядывайте в инфобокс, оставляйте комментарии. Новое видео совсем скоро. Пока-пока!